Во дворце спорта «Триумф» прошел открытый кубок по длинным нардам «Спартак Нарды Open 2024». В Люберцах такие соревнования проводят впервые. В турнире принимали участие игроки из разных городов Подмосковья и Москвы. За состязаниями игроков наблюдала наша съемочная группа. Нарды – популярная настольная игра, где за доской встречаются как профессионалы, так и те, кто научился играть совсем недавно. Цель – привести свои фишки в дом и снять их с доски раньше соперника. В партии побеждает участник, набравший 3 очка. Турнир проходит по швейцарской системе с выбыванием после 3 поражений. Игра интересна тем, она как жизнь, это поиск оптимального решения. Как ни странно, что бы мы ни кидали, броски случайные, но в любой позиции есть наилучший ход. Наилучший ход. И вот мастер отличается от любителя тем, что он гораздо точнее в огромном количестве позиций разберется в плане на игру, в тактическом видении позиции и всегда будет находить или наилучший ход, или второй по силе ход. Уважение к сопернику, расчет и немного удачи – главные принципы игры. Владимир Преснов приехал из Москвы. Играть в нарды его научил отец. Свою первую партию окончил победой. С таким результатом планирует завершить весь турнир. Мне очень нравится играть в нарды и решил попробовать свои силы на фоне сильных соперников. Увлекаться нардами я начал 7 лет, сейчас мне 29, то есть я уже играю в нарды больше 20 лет. Играть в целом несложно, в принципе, так же, как и на остальных турнирах, либо дома, настрой на победу. В апреле 2022 года нарды признали официальным видом спорта. В этом турнире приняли участие больше 50 человек из разных городов Подмосковья и Москвы. Состязания продлились 2 дня. Участникам, занявшие с 1 по 4 места, вручили грамоты, кубки и денежные призы. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.